Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Просвещение. Давайте посмотрим ассортимент новогодний. Да-да, вы не ослышались. Новогоднего товара. Итак, давайте начинать. Свеча новогодняя, елочка 7,5 сантиметров. Есть зеленая, красная, 99 рублей. Игрушки елочные ретро. Это классика, как всегда у них есть. В этом году, смотрите, какие красивые. 116 рублей. А это декорация новогодняя. Поезд. Тоже всегда есть поезд. Поезд разный здесь. 199 рублей. И сделан из дерева. Светильник новогодний. Фонарь. Вот действительно фонарь. Там внутри блестки. И вот так он горит. Сейчас в темноте посмотрим. Елочки. Снеговики, Дед Морозы, 299, светильник новогодний, домик, 199 рублей, тоже на батарейке, батареечки нет в комплекте. Фигурка лошадка, 299, а это фигурка новогодний автомобиль. Смотрите, какие автомобили шикарные. Значит, лось или олень с Дед Морозом. Здесь елочка в красной машине. И вот, не пойму даже, что это, какой-то башмак, что ли, с Дед Морозом. Там есть с домиком что-то или кто-то. А нет, это паровозик такой, паровозик. Это можно взять паровозик, машину. Такой кабриолет и башмак. 299 рублей. Фигурка новогодний щелкунчик. 21,5 сантиметров. 279. Декоративная девочка новогодняя. 27 сантиметров. 199. 25 сантиметров. 349 рублей. Типа Дед Мороз. Но это типа Санта-Клаус. Декорация новогодняя. Растущий гном. 399 рублей. Вот, смотрите, ножки выдвигаются, и он такой-такой большой-большой становится. Ножки задвигаются, он становится маленький. Новогодний мешочек, 23 сантиметра, 149 рублей. Вот, пожалуйста, такой 174. А, елочка 174 рубля. Вот такая. И такая елочка 22 сантиметра, 99 рублей. Есть елочка из мишуры 26 сантиметров, 83 рубля. Кружка с гномиком. $249. А также есть, по-моему, чайничек. Вот такой чайничек. Да, чайник заварочный 800 миллилитров. Есть не только синий, есть серый чайничек и есть зеленый. А это синий. Идемте дальше. Банка с крышкой новогодняя. Металлическая банка. 550 миллилитров. Смотрите, там разные рисунки. И с помпоном. С мягким помпоном. 124 рубля. Кружка, термокружка 350 миллилитров. 249 рублей со снегом. Так, вот еще банки с пингвинятами. Сюда их поставим пока. Вот колокольчик, разделочная доска, колокольчик. А, это вообще минажница, состав бамбук. Такая минажница, 249 рублей. И вот еще снеговик. Так, а это блюдо, декоративное, гномик. В общем, в этом году у нас все про гномиков. Есть и синие, наверное, и серые, тоже есть зеленые, всякие разные. 100% изготовленные из керамики. Да, керамика. Так, спускаемся дальше. Значит, декоративные наклейки 62 рубля. Это плакат новогодний 83. Наклейки морозные узоры 69. И 83. Вот такой с оленями. Тот 62. Это трафарет. На окне рисовать, наверное.
набор бумажных тарелок 87 рублей, 8 штук, они разные. Стаканчики тоже 87 рублей, тоже 8 штук. Пакеты 79 рублей, подарочные 26 на 10 и 32. Есть салфетки сервировочные, такие со снежинками, разные цвета, красненькие, золотые, двух видов. 79 рублей. Так, а из чего изготовлено? Поливинилхлорид. Декорация новогодняя, подвесная. Вот колокольчик такой. Вот они, колокольчики. Думаю, где-то гремит, а где не пойму. 249 рублей. Конечно же, сапог 124 рубля. А это что? А это надувная, шарик надувной, елочка 99. Вы знаете, я так думаю, наверное, еще привезут, потому что нет совершенно новогодних игрушек. Мишуры новогодние мало очень. Вот, чуть-чуть здесь. 116 рублей, 13 на 2 метра. Венок новогодний. Вот такой. Ой, какой веночек хороший. 399 рублей. Он не будет осыпаться и прослужит несколько лет. На дверь повесить, да? Отличный венок. Гирлянды новогодние. Домики 249 рублей, 1,8 метров. Крючки для елочных игрушек. Ну, как хорошо придумали. А как же ими пользоваться-то? А, вот как. Слушайте, ну как хорошо. Не надо никакие ниточки цеплять. Прям хоть покупай такую. Они вон есть, смотрите, и зеленые, всякие разные. Ой, как хорошо придумали. Всю жизнь мы эти ниточки вязали. Наконечник на елку 116 рублей. Так, шарик я показала, это показала. Ветка новогодняя блестящая, 30 сантиметров, 87 рублей. Есть вот такая ветка новогодняя, 99. Домики есть не только белые, но и синие. Такие вот ветки новогодние, 174 рубля. Ну вот, эту я вам показывала в начале. Вот она стоит, вот 199 рублей. На этом, пожалуй, все. Ждем, наверное, игрушек еще, потому что игрушек нет. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока. Thank you.